Давай. Опа, опа. Молодец. Давай, покажи, как ты поднимаешься. Как ты поднимаешься. Вот как. Молодец какой. Всем привет. С вами канал Артмания. Да. Димочка гуляет у нас. Опа. Что-то опять упал, Дима. Да, что это Дима упал? Странно. Странно, странно. Там мячик, да? Чужой мячик там. Ты свой мячик брал на улицу? Не брал, не взял ничего, Дима. Дима ничего на улицу не берет. Дима только горкой занят на улице, да? Горка самая интересная, да? Игрушка на улице. Горка, качели. Опа! Что-то опять упал, Дима. Да, что-то быстро едешь, да? Быстро едешь. Упал вот здесь. Что-то. Салютик. Опа. За здесь. Ах ты! Ай, руки грязные сейчас у тебя будут. Фу, фу, как они, трогай. Отряхи. О, молодец. Че, баба пришла? Это такая тыква? Тыква рассада уже. Да? Уже? Да. Ты готова таскать тыквы большие потом? Да не знаю, вырастут они там, не вырастут. Да? Рынок у нас закрытый тут. Дуванчики красные. Мы 30 поставили. Какие штуки классные. Это виноград даже. Ничего себе. Виноград даже. И подвязали. Как она будет. Смотреться будет клево. А вон Дима бегает с бабушкой по полю футбольному. Травку трогают. И малышка моя бегает. Мой зайчонок. Прыг, 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 прыг. Прыг, прыг, прыг. Бежал. Прыг, прыг, прыг. Зайчишка. Зайчонок. А тут вот у нас полузаброшенность какая-то такая. Ни разу, кстати, здесь не была. Именно на футбольном поле. Это так первый раз. Стоянка тут у них. Травка какая, смотрите, клевая. Не настоящая, что ли? Нет, не настоящая. А я думала, настоящая. Слушай, мягкая такая. Звонили из Билайна, через час они будут. А там, смотрите, с этой стороны полянка. А с той стороны такая зеленая, смотрите. И деревья такие классные тоже. Тоже такие зеленые. Такой, как будто, знаете, как два мира. Здесь тусклая трава, а там ярко-зеленая такая, сочная. И деревья тут, смотрите, какие классные. Как здесь классно.
Ага, и кто это там смеется? Ух ты! А как ты губой делал, Дим? Так классно он делал, да? Так классно. У меня даже так не получается. Какое мягкое покрытие. Ага, прям вообще классно. Ну да, да, мячик так играть вообще классно. Я не думала, что он настолько даже будет мягкий. Мужик сидел, вот коптерку закрыл, потом думаю, сейчас он, наверное, будет ругаться, скажет, нельзя здесь гулять. Ничего не сказал, ушел. Коптерка. А, вот это что ли? Да, вот в этой коптерке. Она еще открывается. Открывает. Ну нет, это же общее, наверное. Ну прям, ну если сейчас дети здесь начнут играть. Не, ну если придут, а, если начнут. Покрытие. Ну тогда бы они закрывали ее. Она, наверное, не закрывает. Никто не гуляет из детей. Они просто еще не знают, что здесь покрытие классное. Поэтому не гуляют. Прям там зеленое все, смотрите, классное. А тут тусклая. Травка, кстати, не натуральная. Ага. Особенно в коронавирус тут гулять вообще шикарно. Там боишься, что твой ребенок с кем-нибудь это. А тут прям хорошо. А, попался, который кусался. Попался! Сап! Сап, баба, тебя, сейчас, да? Сейчас я тебя догоню. Где я тебя поймаю? Во! Молодец! Будущий футболист. Еще сюда клади. Вот, молодец. Ух ты. А теперь ворота давай. Давай, ворота ногой пинай. Гони ворота. Ворота надо. Да, я работаю. Да. Давай, я сюда. О, еще дети побежали. Мячик увидели. Сидит. Посмотрите на это маленькое чудо этого маленького малыша. Он мне помогал сегодня, я ходила в Фикспрайс. Ну, там уже сделала обзор, он там, наверное, уже у вас вышел, не знаю. Ну, не в этом суть. Я его попросила помочь мне перенести пачки с конфетами, леденцами. Он перенес, смотрите, все. Разложил их в ряд. Достал влажную салфеточку, сам достал. Самое интересное то, что он никогда в жизни их не доставал и не умеет доставать. Все, не надо больше. Дима,
О, зачем надо было все это доставать, оставшиеся. Достал влажную салфетку и стоит, вытирает руки. После вот этих вот всех конфеток. Что ты мне сейчас говорил? Почему ты руки вытираешь? Там мигачтям. Почему ты вытираешь ручки? Ну, конфеточка. Он мне говорит, грязные, говорит, у меня руки, грязные. Грязные. Правильно, грязные, конечно, эти конфеты кто только не трогал. Ну, я-то планировала, что мы сейчас с тобой пойдем ручки мыть с мыльцем и кушать садиться. Зайка. Ну, ладно. Салфетки, они, я не знаю, где-то они, видимо, лежали здесь. И вот и стоит, главное, сам вытирает себе ручки. Сына, такой молодец, такой у меня чистоплотный. А главное, разложил. Я думала, он их там сейчас разбросает просто, и все, конфеты. Он все пачки в ряд положил. Ну, надо же, а? Ну, какой же ты молодец у меня, сына. Там одежда валяется, не обращайте внимания, это мы... С утра торопились, одевались, потому что бабушка к нам приходила, да? И мы торопились. Вот. А сегодня еще приходил у нас... Кто приходил, Дим, сегодня? Дядя приходил. Дядя приходил. Что дядя делал? Носил телевизор. Да, ремонтировал телевизор. Вот у нас тут телевизор, и у нас вчера перестало показывать мультики. Что-то там случилось с приставкой или что-то такое. Не знаю, еще тут получается так, что тут провод, вот он проходит. То есть тут он чуть-чуть зажат. Свекра его забил гвоздь туда. Вот, из-за того, что у нас будет ремонт, у нас провод с большим таким вот нахлестом. То есть вот он идет, вот тут проходит, то есть через низ. Специально так было сделано. Вот здесь вот через низ, вот он идет. Вот он, вот он, вот он. И тут он у меня... Как-то там свисал, потом свекр сделал, все сделал как надо. Все было хорошо, у меня интернет работал, телевизор работал. А потом он его взял и прям вот гвоздь забил и замотал там очень сильно. И у меня прям интернет вырубал постоянно, телевизор не работал почти. Вообще было прям очень сложно. Я сама туда полезла, с трудом оттуда все это поснимала, поубирала там более-менее так это. Ну... Где еще? Вот тут он был. Тут он был тоже замотан немножко. Ну, вроде он сказал то, что все хорошо с проводом. Ба, ты даже табуретку протираешь. А, ну правильно. Дядя же ее брал, да? Он ногами вставал на нее, наверное. Да, табуретку надо протереть. Какой ты у меня хозяйственный. Какой хозяйственный? Молодец какой, Дима. Только руки не надо протирать теперь этой салфеткой, она грязная. А гулять с ним стали, собираться, он с бабой выходит и не идет. Его баба тянет, тянет. Ну, пойдем, пойдем, Дима, пойдем. А Дима говорит, маски, маски. То, что маску одеть надо, прежде чем выйти в коридор, да, малыш? Какой ты молодец у меня, зайчка. А там не надо протирать, там-то зачем? Ты, главное, вот протри вот здесь вот сверху и вот тут вот по бокам. Он же грязными руками брал. Вот. Еще, главное, он там на улице-то разделся. Ногами потоптался по полу там, да? И всю грязь... Попытался, да? Да, да. И всю грязь нам занес сюда, в квартиру. В квартиру к нам занес всю грязь-то. Ай-яй-яй-яй. Придется маме опять перемывать полы. Вот только недавно я мыла полы, потому что там делали нам батарею, да? И сегодня мне придется опять мыть полы. Что же это такое-то? Да? Да. Да. Ты дверь, что ли, уже пошел перемывать? Тебе только тряпку дай. Вот такие вот салфетки. Кстати, мы вместе с вами их спиртовали. Он протирает вот табуретку, а я прям чувствую запах спирта нереально прям. Давай, давай, дверь протирай. А вот тут еще вот одна лежит. Молодец какой. Ну надо же, Димочка, какой ты молодец. Пойдем кушать. Давай, пойдем ручки сейчас помоем. У нас с тобой ням-ням. Здесь последняя пачка осталась. Ну ладно. Ням-ням. Тут у нас сегодня мацони я делала. Не сегодня, а на днях. Сейчас вот ролик записывала, пробовали с вами. У меня капуста тушеная, у Димы гречневая каша. Не захотела ничего. Вот. Говорит, кашу хочу. Ну ладно, я тогда буду капусту. Вот. И хочу для капусты сделать соус. Наверное, сделаю сейчас это с майонез добавлю. Чуть-чуть там этой горчицы. Чуть-чуть
что там у нас, хрен. А потом мы будем есть бутерброд с маслом и с сыром. У нас такой будет сегодня ужин. Да, зайка? Да, зайчишка? Да, зайчишка. Да, зайка. Ты какой сладкий, да, господи. Ты такой сладкий, такой ароматный мальчик. Прям зажала бы тебя и зацеловала бы всего. Маленький был, он лежал спокойно, а сейчас уже нет, не хочет целоваться особо, не поцелуешь, больно. Занят все время, да, он то дверь моет, то круги. Ты какой вкусный. Какой ты сладкий, а? Дима сладкий мальчик? А, Дима? Ты сладкий мальчик? Дима немножечко у нас, по-моему, даже подзагорел, что не знаю, что-то у него щечка красненькая. С улицы мы пришли, у него уже была красная щечка. Наверное, подзагорел немножечко, да? Да, малыш? Я не думаю, что у тебя температура. Надеюсь, что ты на улице ничего не облизал, как в прошлый раз. Ой, и моет, и моет, и намывает, и намывает. Зайчишкин.